Так, у меня игра крашнулась, я перезагрузился. Так, сейчас проверю, что я потерял, что у меня есть, что у меня нету. Здесь заряжено 3 в запасе. Так, готово. А, здесь максимум, да, все, здесь вообще полный. Так, 3 этих, 6 минут, это заряжено. Так, потом на автомат посмотрим, что у нас есть. На автомат 21 патрон. То есть пол рожка еще в запасе. Ладно, все, продолжаю. Так, уходи отсюда давай. Так, сюда меня не пустят, скорее всего. Все, он пропал, можно. Выводи меня отсюда. Ты меня сейчас съедят, эти призраки. Вниз, наверное, да? Или нет? Подожди. Блин, тут очень много трупов. Чего они все здесь делали, я не могу понять. Да, да, ладно, сейчас, подожди. Смотри, один свежий, не в тему. Ну как не в тему, конечно, можно. Объяснение. Тоже, как я шарился, тут шарился, он не прошел, а я вот прошел. Это максимум. Так, сейчас туда схожу. Стоп. Здесь закрыто. А, мне туда. Сейчас, подожди. Подожди, подожди. Так, вижу гранату, как у меня. Так, все, последнее. Я что сюда пришел? Все патроны потратить? Все, осталось здесь.
два, там один. Короче. Ну и чего они здесь шарились? Хорошо. Не зря. Хотя, может, это не знаю. Ну, вообще-то я для других нашел эти патроны, это хорошо. По-моему, я больше приобрел, чем потерял. А выстрелы были все точные на этот раз, так что нормально. Так, ладно. Блин, не знаю, ползти, не ползти. But it wasn't the zoo, it was the museum. Oh, right. It was, wasn't it? I told you, I know all her stories. Except about me. Maybe you just got those wrong too. I was in that one, thank you very much. That was you? Так. That was really you? Не I знаю, could have sworn it was someone else at the museum. Так, это пока не работает, скорее всего. Потому что я что-то не включил. Так, секунду. Блин, тут нас срез сделать. Угу. Так, где-то я еще не был, по-моему. А, сейчас посмотрю. А что у меня здесь? По нулям, да? Угу. Так, ну все, здесь есть. Здесь один патрончик маленький, блин. Для кого-то заберу. Так, мне надо, скорее всего, что-то найти. Для активации найти, правильно? Этих у меня максимум, мне больше не влезет. Сюда лезть я не вижу смысла. Или давай залезу, ладно, посмотрю, куда она меня приведет. Так, здесь я, по-моему, был уже, да. Здесь я был или не был? Да, это был вроде. Ну да, это фигня все. Так, куда мне так... Ага, вижу, стоит. Ну, идем, ладно. Подожди. Да, я сюда пишу. Did you get everyone to the mess hall? Over! Please! I can't hold this fucking door anymore! Подожди. Just say something! I'm out. Так, у меня 16 в запасе этих... Стоп. Так, не забываю про гранаты. Thank you.
Это не к добру. Да уйди. Все, что ли? Подожди. Все? Открывай. Да, уж, блядь, открыл. Поверил, блин. Нет, стой. Бесконечные, мне кажется. Да, все. Не осталось у меня ничего. Что-то слишком их много. Кстати, они сбегаются, интересно, на эти... На гранаты или нет? Я их из-за этого не стал кидать, потому что, ну, они бегают, и я в них явно не попаду. Так, быстро, 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 все убираю. Thank you.
ними делать-то всеми? Ты что, я не могу понять. Ждешь, когда он меня убьет? Блин, гад. Да ладно, ты только что штука набрал. Пошел искать Вайлса. Чё? Это к чему такому оружию?
Блядь, я вас не слишком не дохрена. Все. Your strategic retreat can officially go fuck itself. Так, проверяем все, что у меня есть. Так, это сейчас. Фу, не знаю, как я выжил, но как-то выжил. Че, неужели ничего нет больше? Похоже, что нет. Гранат. Блин, я так не проверил. Гранат, насчет гранат, сбегаются они, не сбегаются на гранату. Ну ладно, прошел и прошел. Блин, две гранаты, скорее всего, сбегаются, раз дают, давали гранаты. Ну, что ж поделаешь, ладно. Так, здесь. Да, понял. Здесь вообще пусто. Все обстрелял. Фух. I figured it out. What? Mom did mention you. Oh, she did, after all. Many times. You confused me. You told me you were Serpent. This is my name. I told you the truth. Only Mom called you by your real name. What are you talking about? Genghis Khan. What? He always called you Genghis Khan. And sometimes Khan. Because Genghis Khan is too long. You're a legend. The mighty Khan. Fearless warrior. Ruler of the largest empire known to man. My dear, stop. It's just a story. Do you remember all the battles you fought? No. I don't know what Yana told you, but... She said you were reincarnated, and she heard you talk like him. How cool is that? It's not cool. The man was a vicious, brutal killer, who was responsible for the deaths of millions, who executed thousands of prisoners in one day. Why would anyone want to be such a man? I'm sorry. No, Petya, I'm sorry. Чингис Хан с метро, вообще не понимаю. I don't know. I had that dream of being Genghis Khan. In it, I was told that I had been blind to the evil I had brought to this world. And now that I'm born again, I'll be able to see it clearly. But do you get why I don't want to be that person again, Petya? I don't want to conquer the world. No, but you can still make up for what you did. And I think you're fine already. Did you become a doctor just for him? I don't know. I just felt like helping those I could help. So, keep going. Так, 30 секунд. 30 секунд. Сейчас подожду. Да, блин, случайно. Так, я зарядил или нет? А, ну да, все, это максимум. Так, ладно. А сколько, кстати, было это? Ну ладно, еще есть что. Подожди, стой, дай-ка я сразу заменю. Так.
Блин, вот так вот я и теряю их. А, ну хорошо это. Ну, в центр упало, то есть на подсумок. Еще должен быть. А эти штуки я не смотрю. Нет. Текстура не прорисована, я вижу. Так, здесь. Нет ничего. You felt it. Uh-huh. Блин, сзади меня какой-то звук был. Does it have to do with all the sirens in the trains? I don't think so. It's something else, something I don't yet understand, but I saw it hurting people. Let's move fast. These shafts aren't the ideal place to be right now. Там ручки нет, да? Ну-ка сейчас, одну секунду. Блин, я примить, по-моему, не нажал. А, он нет. Ну-ка, если вообще вот не выключить ее. Хотя нет. Да фиг знает. Надо было давно так сделать, блин.
Listen, Petya. How about we play a game? Да, само время. Just like with the dogs back when I found you. Only как, this time I want you to keep your eyes closed. See if you can follow the sound of my voice. На мой голос. Only move when начинаю I say, только когда я скажу, хорошо? Ты где вообще есть? А его нет здесь. Так, я не знаю, что происходит. Так, и в какую сторону идти, я тоже не могу понять пока. Я говорю, его нет рядом, я не знаю, с кем ты разговариваешь. Блин, ладно, не спадели. Да хватит уже. Ну и крепота. Здесь заряженный один, тут есть. Так, все спокойно и вперед. С фонариком, увы, ничего не поделаешь. Петя. Only a bit more, buddy. Еще чуть-чуть, приятель. Не знаю, куда идти. Ну, скорее всего, туда. Так, надо успеть. Ну, успею, если он придет. Я так понимаю, что под него нельзя попадать. Это было близко. Ай. Сколько у меня, кстати, этих ноги, блин. Так, допустим. А где Питер-то, я не могу понять. Все время же со мной их было. Так, какого хрена? Не нравится моя игра, так не играй. Maybe something was scary. Ну что, что-нибудь такое страшное себе? Are you all right? I saw
Побили мои головы, господи, как же это... Все хорошо, парень, все хорошо. Wait. Стойте. Мама? Мама? This was happening to her? Так вот что с ней случилось, я не знаю, без понятия. Мы этого не делали. No! I have to find my mom. I will find her, for us both. No! I have to. Да вместе пошли, что ты... I was supposed to meet her at the station. You're supposed to meet her at the station. Yes. I want to find Mama. This should take us to her. Yes, I'm starting to know the way. Блин, не только не это. Я лучше пешком походил. Блин, у меня еще патронов для дробовика почти нету. Ладно, что-нибудь придумаем. Так, сейчас опять все заряжаем. Так, свет сначала включу. А, ну ладно. Так, здесь полный, блин, всего пол рожка в запасе. Это очень быстро уйдет. Так, ладно, типа потом. Здесь раз, два, один там. Так, не забываю про эту штуку. Так, это одна единственная, блин. Так, а здесь сколько? Блин, ну здесь два еще, так что пистолетом надо пользоваться будет. Погнали. So, you told me there were dead people in that bad thing, and they were dying still? I am sorry, I just want to understand. They, like, were dead before, but still carried on somehow. Like, not their bodies, but their essence. What was inside the shell, you know? That all the bad thing, it was dissolving them, destroying them forever. This was the real aim for them. And they were in pain, and so angry. And this thing was preying on their anger, turning them into itself, into nothing. Feeding on them and growing bigger and stronger. Wow, damn it. But it can't hurt me. Because I'm not dead. Right? Hopefully we'll be moving too fast for it to catch us. Can you still hear your mom? I can hear her over these wrecks. Everything is just so wild. Sorry, Petya, but we're going to have some trouble. Okay. Oh, блядь! Почему? Это не я, короче, звук был с той стороны. Что-то здесь был баг сейчас с этим делом. Это не я, тут вообще не при делах. Тут был баг. Звук отчетливо был с другой стороны, поэтому... Так, что такое?
sort of shells. Так, первая волна есть. At least that darkness hasn't returned. Пиздюк сразу как обычно свалил. Are you feeling any better now? Back there? Uh-huh. It hurts so bad. I couldn't even remember who I was. I couldn't remember anybody. If it hadn't let go... I know, sir. Ну, патроны не улетели, будет хорошо. No, you don't. Ох, красиво смотрится один здесь. Все, делай. Так, готов. О, блин, ну что, ладно. Хорошо, все. Так, тоже неплохо. Что такое случилось? Подожди. Что-то это слетело. Так, что хотел-то? А. Все. Did we run out of gas again? No. I believe we have simply reached our destination. Куда вот она улетала, гадина? Да ладно. Нифига себе. What is this place? Had to hazard a guess. I'd say it's an abandoned metro station. Only it's not. Can we rest? Just a minute.
believe that's a good idea. Так. Блин, плохо смотрится. Как по-настоящему в метро. Так, у меня вообще что-нибудь... А, гранаты? Блин, гранаты. Забыл гранаты. А есть что-нибудь? Happening to me. I've never been so tired. This thing to call my strength. Maybe it's for the good. You're not gonna let me come to the end of it, are you? I think your mother would be very angry with me if I did. Though, to be honest, I'm not sure the option was ours to begin. But what if I never see her again? Of course. You don't understand. Даже в таком виде у него эмоции. Блин, вот бы сейчас бы вылезти посмотреть, что там. Подойду как можно ближе. Ой-ой-ой, все. А что такое, не включается? У меня на максимум. Значит, так задумано. Блин, смотрится классно, конечно. She was there, holding my hand. And then people started showing, and she was just gone. А, это когда это началось ядерная война? She should have been right there. Why couldn't I see her? Tell me, do you still have your mother's bandana? Mm. I never understood why your mother wore the same bandana over and over. And one day, she told me she used to clean you with it when you were a baby. Then, after she told me that story, any time I saw the bandana, it made me feel very sad. Why did it make you sad? Because I didn't believe a bandana could bring her son back to her. And that made me feel helpless. I'm sorry. No, Petya. What I didn't understand was that the bandana wasn't there to help her find you. It was a gift so that I could. So, you and Mom, when we find her, are you going to stay with us? I might. If you don't mind, of course. I don't. It's kinda cool to live with Genghis Khan. So I will call you by your real name. Okay. You won. Khan it is. Сейчас вообще выяснится, что оказывается Сардар мертвый, а все остальные живы. А мальчик просто... Хотя нет, бред. А уж, ну пойдем дальше, ладно. This place seems okay, right? Ну, like тут it's... холодина, мне кажется, еще сильнее. Safe somehow. Может быть, не знаю. Did you know that already? О чем ты? Man learns to listen when the metro speaks. This door. Это дверь. I can hear her behind Я слышу за нее голос. You should start there. Надо начать отсюда. Thank you, Petya. Спасибо, Петя. С мамой скоро... скоро к тебе вернется. Все, пропал? I'll be all right. Бляха, just... хватит меня пугать уже. Bring her back soon, okay? Ладно, ну я буду улыбаться. Блин, здорово смотрится, конечно.
Класс. Ой, ладно.